рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Велосипедист». Согласно правилам дорожного движения, велосипедист является полноценным участником дорожного движения. Перед поездкой владельцы двухколесного транспорта, так же как и автомобилисты, должны проверять транспортное средство на предмет исправности. С начала года на территории города Самара зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов, в которых 2 велосипедиста погибли и 30 получили ранения. В связи с этим мы практически еженедельно проводим рейды, в ходе которых проводим профилактические беседы. Основное нарушение, которое допускают велосипедисты, это переезд проезжей части, не спешившись. На зебре любой велосипедист обязан стать пешеходом. И надо заметить, самарцы правила знают, но все равно нарушают. А почему при переезде вы не спешились? Ну, не знаю. Я задумался. Больше такого не повторится. Подобные правила распространяются и на владельцев самокатов. К примеру, этот человек, увидев сотрудников ДПС, останавливается и переходит дорогу сам, без эксплуатации транспортного средства. Но ему все равно устраивают небольшой экзамен. Спешился на пешеходном переходе, ну как и положено. Всегда ли правила соблюдаются? Конечно. Почему? Ну, потому что и сам водитель автомобиля, поэтому знаю, и дети маленькие у меня есть, ну поэтому знаю, что правила нужно соблюдать для своей же безопасности и для других. В ходе бесед сотрудники госавтоинспекции напомнили велосипедистам и владельцам самокатов о необходимости использования защитных средств, шлемов и наколенников в избежании травм в случае падения. Дай бог, если это все обойдется испугом из-за хорошей реакции водителя. Ну а самое финальное, это, к сожалению, печальный исход, где уже... То есть с человеком уже можно прощаться. К сожалению, такие случаи были. И вот хотелось бы, чтобы именно соблюдение правил дорожного движения, то есть, ну, задумались лишний раз о своей же безопасности. Сотрудники полиции и общественники отмечают, что проведение подобных акций поможет снизить аварийность на дорогах Самары, а также напомнить пешеходам и велосипедистам о соблюдении правил дорожного движения.